Состав команды «Авангард». 1. Козлов. 5. Середа. Пять. Герасимов. 2. Гуськов. 51. Ледянкин. 1. Ткаченко. 24. Евсеев. 17. Игнатьев. 70. Кузин. 7. Непаришвили. 16. Морозов. 9. Никульщин. 19. Радецкий. 22. Чуев. 55. Горелов. 10. Мельников. Основной состав команды «Кунцева». 66 Андреев, 95 Гомбер, 96 Жарков, 53 Жарков, 3 Жумакеев, 19 Кантонистов, 6 Катасонов, 37 Зарывуа, 10 Амельченко, 47 Парфенов, 15 Ткаченко, 8 Черкасов, 16 Шадрин, 1 Шафарост, 11 Полежанов. Итак, начинаем мы матч составов 2012 года рождения в рамках зимнего первенства Москвы 24 года, вторая лига, группа Г. Ой-ой-ой, подкат, судья должен свистнуть, конечно же, там не в мяч было сыграно. И наши ребята, бело-красные футболочки, красные гетры, слева ворота. Про составы вы уже все слышали. Я буду просто комментировать саму игру. Единственное, что могу добавить и дополнить к информации диктора, это после этого штрафного, конечно же, пойдет немножко статистики. И она довольно-таки приятна. Она довольно-таки приятна для нас. Хорошо. Андреев. Сам заходит. Не упустить за бока. Ой, увлекся. Мяч ушел от ворот. Увлекся. Проходом по флангу Андреев. И мяч упустил. Значит, мы находимся на первом месте. У нас 100% показатель с минимально пропущенным количеством мячей. У нас 4 победы в 4 играх. И 12 очков, 10 забито. Один всего пропущен. Вообще идеальный почти результат. Вот. И у «Авангарда» 3 игры. Вы знаете, да, что у нас в нашей группе нечетное количество команд, и поэтому вот мы, допустим, в следующем туре пропускаем игры, а ребята пропустили, по-моему, второй тур. Амельченко работать. Цепляет руками. 7-й номер у «Авангарда». Лёш, передавай. Вот, и у ребят после 3 игр одна ничья, одна победа и одно поражение. 3 забили, 6 пропустили, 4 очка. Взорва. Аут. Габи идет за мячом. Парфенов, Амельченко, Ткаченко,
Ой, хорошо, как увидел-то, а, Влад? Андреев, здорово! Степочка, Степочка, точнее. Еще сами! Зарлуа переводит на Ткаченко. Очень неточно. Очень неточно, Зарлуа. Хорошо, что также неточен 10 номер у хозяев. Да, повторюсь, я уже не первый раз сегодня в контрансляциях об этом говорил. А хозяева сегодня у нас Авангард. Авангард. И мы номинальные гости будем считаться, так же, как они номинальные хозяева. Габи, третий раз подряд за последнюю минуту у тебя неточные пасы. Габи, что случилось? Ну-ка, соберись. Все, спокойненько. Катасонов Ваня пропускает мяч до лицевой и отворот. Гомберг Саша ставит мяч. Хорошо, как у него вышло. Ой, как здорово! И догнать Илья. Катасонов. Амельченко. Хорошо, если достанет, типа, давай, Андрей, давай. Точнее, Ванечка, надо было попадаться в ноги, в разрез задумано хорошо, но там было очень мало места. Габи первый. Да, вот сейчас можно было, вау, даже оправдано. Хорошо, Илюха. Ну что мы мешаем друг другу? Божечки мои, что такое, Богдан? Богдан, что ж ты как этот столбик посреди трассы? Здорово, Степа. Давай, Андрей. Тимофей свалил Амельченко. Егор, иди сделай, Егор. Значит, есть у нас новая традиция, которая у меня давно введена у ребят 2009 года. Поздравлять с днями рождениями. У нас буквально вчера у Шапар Давида был день рождения. Поздравляем нашего именинника. 16 числа у него был день рождения, исполняется ему 12 лет. Поздравляем мы от себя лично, естественно, тоже, но и от футбольного клуба Кунцево, от тренерского состава, тренерского штаба. Здоровья, удачи во всех делах, хороших игр, много голов. И, естественно, без травм. И, естественно, без травм, чтобы ты у нас провел нашу свою карьеру прекрасного футболиста без травм. Очень важно. Наш аут. А вот опять у нас на дальнем фланге. Амельченко. Подбор. Вновь Амельченко борется. Хорошо, Гави, бороться, выдавливать. Здорово. Саша, аут. Yeah.
Киев, спешишь? Даня, что ты торопишься? Тебе кто-то прессинговал. Тебе кто-то там вынуждал это сделать. Ты почему так от мяча освобождаешься? Не глядя, так очень неподготовленно. Степан, отдать. Мельченко. Тимофей фалит. Тимофей фалит второй раз уже за последний отрезок временной. Вратарь мяча. Андреев. Ой, здорово. Ой, какую выдал сейчас Катасонов. Илюха, заходить надо, штрафную было. Там уже тебя могли сфалить. А вот будет. Нет, не будет. 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 Зарлуа. Жумакеев борется. И выдавил. Отлично, Даня. Сейчас отлично. Вот все, что я могу сказать. Отлично. Толкался. Толкал, да, в спину. Толкал. Андреев. Саш, ну ты же опытный вратарь. Ты что творишь-то? Ну, ты же не во дворе сейчас. Ты начал официальное соревнование под эгидой Московской Федерации Футбола. Толчочек в спину был. И Львуха первый снова. И опять. И в дальний ударить. Не получилось. Почему подобрал из рук своего вратаря защитника, а не наш игрок? Из рук чужого вратаря. Добивание могло получиться неплохое. Так, Ткаченко. Здорово, Тимофей. Давай, Богдан, бороться. Не фалить, только не фалить. Ой, какая пустующая зона. Ой, какая зона. Опа! Получает Катасонов по ногам сзади. И тут же разыграли. Амельченко. Ткаченко. Хорош! У них тут дуэт такой образовался. Жумакеев. И вот это подарок защита делает, а? Жумакеев зачем-то решил отбросить мяч назад. Зачем? Никто, наверное, не объяснит. Да и он сам тоже. Угловой только привезли. Почему ты так, во-первых, когда на тебя мяч катился, ты его продлеваешь в сторону продвижения мяча, не вперед, а в сторону. Хорошо, что они так же могут играть, как и мы сейчас сыграли. Дают нам шансы. Мяч будет в луже. Подбор. Ванечка. Вань, долго. Короче, все делать надо. Все намного быстрее, короче. Андреев. Ткаченко. Ой, что творит Андреев? Вот сейчас увидел, да, Данечка? Давай, отлично! Прекрасно, нет ни игры! Входим! Не отпускай далеко! Прострел! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Андреев Степан, 1-0.
Дорогие друзья, прошу прощения по техническим причинам. Не по этическим, не по этическим. Этические причины, да, знаете, да, нельзя нарушать. А по техническим причинам. Я бы назвал сейчас фамилию Андреева Степана, но у меня микрофон отобрали местные временные хозяева стадиона. И микрофон у них, у сотрудников «Авангарда». Так, 11 у нас вошел Полежаров, 53 у нас вошел Жарков. Так, смотрим, кто еще у нас вошел, свеженький. Хотим выиграть, играем, давление, потеть. Не надо стоять, наблюдать футбол. Такой игрок двигает. И отворот. Здорово, вот Ткаченко выдавил своего игрока. Так, Жумакевич дает мяч Гомбергу Саша. Саша сейчас его будет вводить. Хороший вывод ввод мяча. Рохар. Акцентирование. Да-да-да-да-да, давай, Бор. Вот теперь давай. Нет, в некоторых местах мяч играет против нас. Ой, штрафной сейчас будет. Все, мяч забрали, принесли. И подача. Здорово, Полежаров. Толчок в спину руками. И Катасонов. Катасонов набирает Ванечка. Выбили. Нет, потерял. Судья решил, что потерял. И отворот. Судья ошибается, все возмущались и на трибунах, и игроки, и тренеры говорят, что был уже должен быть угловой. Аут. Мельченко. Перехватывает серединки почему-то. Давай, Жарков. Молодец, Жарков. Выдавил Прохор, выдавил. За боковую игрока с мячом и наш аут. Мзарелуа. Сашка, аккуратнее. Ой, как здорово получилось-то. Если бы сейчас Мализаров это прочитал, он был бы первый на мяче. Саш, молодец, Саш. Ярик, вот сейчас здорово. Все, видел, раз, он уже не примет. Матей. Ой, Кирюшечка. Ой, Мирон. Это же Мирон был, Полежаров. Мельченко. И вновь Мельченко. Ох, если бы низом, да туда, где стоял сейчас Иван. Ай, Илюха не добрался. Ай, Иван свалил. Мельченко.
Хорош, Тимофей, хорош, Тима. И перехватить. Мирон первый. Отлично, Мирон. Ванечка, и хороший удар с левой. Можно, вот он. Вот он, хороший удар с левой. Ой-ой-ой-ой-ой! Ай да, Ваня! Ай да бабахнул! Ай да психанул! Вот это здорово! Витя, дай в ногу! Ни вправо, ни влево! Болельщики. Молодцы, болельщики. Молодцы, ребята. Все молодцы. Ай да, Ваня, подобрал ногу, подработал мяч. И счет 2-0. И счет 2-0. Алло! Если мы вернемся с вами к разговору о бомбардирах, у нас 12-й год. Неплохо так идет. 12 голов, я уже вам говорил, да, у нас забито. У Кантонистова Богдана 3 гола. У Андреева уже, значит, 2 гола к этой минуте. У Вани Катасонова 2 гола к этой минуте. Один гол Земского. И еще забивал у нас и... Это информация за первый и второй состав. И Гомберг Саша, и Сережа Демин. Вот, еще у нас есть Тагиев, игрок такой, но это, наверное, во втором составе, которого мы не знаем. Но вот кого я назвал, это вот было в открытом доступе на MyFK. Поэтому данные не полные, и имейте в виду, что здесь, может быть, не всех я назвал. Но вот у нас теперь Андреев и Катасонов подбираются к Кантонистову. И будет там у нас борьба за звание лучшего бомбардье. Бомбардье. Так, вот возвращается Кантонистов. Только что проговорили мы про него. Богдан заходит, и Андреев уходит, Полежаров и Жарков Прохор. Неправильно введенный аут, ребятки. Нет, судья просто не давал разрешения на ввод, поэтому он просит повторить. Богдан. Саша. Хорошо, вперед. Ай, ай. Точнее! Степа, точнее! Тасонов! Парфенов здорово хотел принять, защитник не согласен с этим! Хорошо! Амельченко! Прекрасно! Ай, от ворот уводит. Ай, от ворот уводит Богдан мяч. Прием! Габер, ты где? Здорово же, Данечка Жумакеев, здорово. Посильнее бы Амельченко бы без проблем добрался до мяча. А тут проблемы. Илюха Парфенов выбивает центр. Кантонистов ставит Амельченко. Но выбивает защита на фланг. И теперь уже у авангарда мяч. Андреев. Как идет Степан. Как слаломист. И какую выдал-то он Богдану. А сам-то забьет сегодня. Ой, какая недолго. Угловой. Итак, угловой у нас сейчас будет подавать Кунцева. Не подача, а прострел получился. Но мяч в любом случае остается пока у нас. Амельченко ведет и мяч, и игру в центре поля. Переводит налево на Парфенова.
получает от него обратный пас. И вот сшибают. Игра не в мяч, игра в игрока была. Десятому номеру хозяев номинальных надо сказать про шнурки. У него болтаются они как... на березе бирюльки эти. Бруньки березовые болтаются на ветру туда-сюда. Ваня Катасонов у мяча. Хороший, плотный удар, но вратарь на месте, абсолютно на месте. Замена у нас уходит Назарова Агаби, а в игру заходит Миша Жарков. По позиции вот замена. Габи выходит вот здесь. Ванечка, зацепиться. Ах ты, отбивает мяч из-под ноги у Богдана защитник, что разрешено для приема мяча. Это не пас. И вратарь берет в руки. Жарков. А что происходит? Что происходит? Непонятно, что мальчик хотел сделать от вратаря. Мяч идет в аут, он забегает за спину Жаркову Мишке, отбирает у него. А когда судья показал, что он не прав, еще и психанул и бросил. Андреев, аккуратно. Еще, сохрани контроль! Здорово! И ударить хороший опять удар. Ой! Что делает Катасонов Ваня со своей волшебной левой ногой, Ванечка? Какой же ты умница, Ваня! Ай, Андреев! Подобрался к главному бомбардиру команды. С тремя голами теперь делит место первого. Он с... Кантонистовым Богданом. По три гола у них теперь в обоих. Пойдем, еще, давай. Право. Очевидное решение. Мельченко выбивает в аут. Хорошо. Ой, как здорово! Илюшенька по флангу. В центр кто-то сместиться должен. Не-не-не, Илья. Нет, Илья, это было, конечно, рискованно и неоправданно. С острого угла бить вратарю, каким бы ни был его уровень, это... Ты просто в него попадешь. Просто. Здорово, Ткаченко. Андреев тоже хочет приблизиться к Богдану Катасонову. Ой, Кантонистову, который у нас, еще раз говорю, с тремя голами. Но это, может быть, не точная информация. Я выписывал ее с сайта MyFK.
Минута последняя. Андреев? Что вы друг другу подсовываете? То бьет с бешеного расстояния, с острого угла кто-то из них, то лезет туда, где стоит рядом с ним игрок, то отдает этому игроку, который в 15 сантиметрах. Ну, парни. Понял, 25 секунд остается. Хорошо! Ой, как хорошо-то! Ой, как хорошо-то! Все-таки забил, Илюшенька! Забил, Илья! Забил, Парфенов! Забил, Илюша! 4-0 к перерыву. Это достойно уважения. Перерыв, дорогие друзья. Отдыхаем. Секундной задержкой я тут включаю запись. Только что начинается у нас второй тайм. Теперь наши ворота справа. А ворота, в которые нам предстоит забивать, теперь слева. Прекрасный первый тайм провела команда. Видите, сами 4-0 мы ведем. Просто прекрасные голы забили и Андреев, и Парфенов. Но еще великолепнее дальними ударами. Великолепные голы показал Катасонов Ваня. Вне игры там, вне игры явно. Да-да-да-да-да, вне игры. Просто великолепные у него были удары. Слева чуть от ворот, в дальний угол, справа, чуть почти по центру, в девятину. Хорошие у него удары, хорошая левая. 4-0 ведем, молодцы. Ай, не дошла до Кантонистова. Передачка. Ильченко. Гондергу. Хорошо, разобрались почти. Что почти что. Жумагеев. Ваут. Угловой заработали хозяева. Авангард. Мне никто не хочет эти подавать. Странно. Ну, здесь разобрались. 17 номер побежал. Итак, подача. Подбор должен быть. Подбор должен быть наш. Хорош, Илья. Эй, точнее бы. Ну и так неплохо получилось. Хорош, Мишаня. Ай, Мельченко упустил мяч.
Катасонов подбежал, помог в серединке поля. И захлебнулась, захлебнулась. Могла быть хорошая контратака у хозяев. Не получилось. Андреев. Ой-ой-ой-ой-ой. Это было не штрафной, конечно. Но все равно разница небольшая. Так по ногам сзади бить разве допустимо? Андреев там крутит, крутит, вертит, вертит. Стенка у самой штанги будет стоять, потому что там дальше, по-моему, и некуда уже. Упускает, упускает. Судья решил, что мяч не покидал пределы поля, и уж тем более не покидал пределы поля после касания вратаря. Кантонистов. Андреев. Кантонистов. Наш аут. Парфенов. Еще один аут. Отдает мяч судья хозяевам, потому что Парфенов неправильно вел мяч. Катасонов. Катасонов. Ай, выдавил его защитник. Здорово, Катасонов выходил в штрафную. Почти получилось. Антонистов. Зачем-то Перка решил сыграть. Андреев оставляет Ткаченко мяч. Ну зачем так близко стоять? Что вы с ним сделаете там? Расходись пошире. И вне игры сейчас свистнуть мог судья, если бы дошло до Андреева. Если бы мяч дошел до Андреева. Это Сонов. Катасонов под левую готовит пушку. Ой, желтая. Ой, желтая. Ой, Ваня. Ай, зачем? Нет, желтый судья лояльно отнесся к этому моменту. Ванечка, это не спортивное поведение. Бывает фол, который в борьбе, да, и там в подкате. Вот, но здесь фол, когда тебя обыграли сзади, это нехорошо. Не надо так делать. Не надо так делать. Чтобы не портить карму, чтобы карму не портить. Вратарь будет водить мяч.
Хорошо. Кантонистов. Омельченко. Накрыли удар у Жаркова. Подачу и аут. И аут. Илья Парфенов. Богдан Кантонистов. Богдан Слаломистов. Как он сейчас прошел, как слаломист. Штрафной. Что-то там происходит у нас. Судья проверял, нет ли крови. С кровью нельзя находиться на поле. Надо сразу же к врачу отправлять игроков. Ткаченко. Жумагеев. Хорошо проткнул сейчас. И какая скорость у Андреева. Какая скорость у Андреева. Поставь назад. Чуть-чуть назад надо оставить было. Ой-ой-ой! Андреев! Не отстает, не хочет отставать. Также теперь по три гола у Андреева, Кантонистова и Катасонова. Ай, молодца. Острейший угол попадает в дальнюю штангу. И гол. Возвращается Полежаров. Кто там еще вошел у нас в игру? Потому что ушли аж трое. Жарков, Кантонистов и Андреев. Сейчас посмотрим, кто у нас. Габи вошел, я вижу. А, Жарков, Прохор. И Полежаров. Мирон. Давайте вэш. Своего! От ворот, Омельченко отборол, выбил мяч за лицевую. Вера правая. Вот. Перехват должен быть. Вера право. Своего, своего. Ой, пасулька. Ой, какая пасулька-то, а? Ой, вратарь умница. Как спас сейчас вратарь в шпагате. Молодец, но пас какой, ребята. Какой пас выдали сейчас. Габи Мзрлуа под левую. Тоже левая есть еще одна у нас в команде. Да, Илюшенька мог сейчас еще раз зажить свою фамилию на табло. Подпрыгнет, подпрыгнет и улетит. Как в первом случае с 17 номером хозяев, так и во втором случае. Габи, здорово! Габи, здорово, как продирался, умница! Надо же, Мзарлуа! Сейчас шел, троих прошел, но... Всего лишь угловой нашел. Так, Парфенов у мяча. Хорошо, Илюшенька. Неплохое у тебя подход и подача неплохая. Вот, наконец-то. Ножка опять, ножка. Не торопись, он не готов. А вот. Вот, еще какой-то гол. Уже хотя бы есть, короче.
есть. Да, мобиль, да. Контроль, контроль. Еще. Да, Антош, да, 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 Антош, да. Тимофей, кручу, верчу, обмануть хочу. По ногам получает. Толкает его в спину, ну вынуждаешь. Ну, Тимофей, ну ты же вынуждаешь своим поведением, своей игрой. Хорошо, сейчас, ты как будто просишь, дай мне еще раз, дай мне еще раз. Я заработаю на тебе желтую. Ты на мне, вернее, заработаешь, наоборот. Ну, надо же в футбол тоже немножко поиграть. Развернись и отдай пас. Гомберг. Ой, как хорошо. Ой, как здорово! Ай, сильно. Настолько здорово, что даже сильно. И Мирон не догнал Полежаров. Замена у Авангарда. 22 вышел из игры, 24 вошел в игру. Вратарь будет вводить мяч. И аут. И наш аут будет на дальнем фланге. Жаров. Ай-яй-яй. Ткаченко не разобрались. Ткаченко ему бросил чуть не точно. Полежаров Ткаченко вернул чуть не точно. Ткаченко добраться, добраться. Влад поборолся. Наш аут. Здорово. Ой, здорово. Ой, здорово. Вратарь на месте. Да, вратарь у них сегодня спас уже не первый раз. И видно, что вратарь там стоит не зря. Не просто так. Илюха отборолся. Хорош, хорош, Антон, здорово! Есть, 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 есть! Ну, сделай, сделай глубину еще! Молодец! Хорошо, молодец. Габи, здорово разобрался, и даже углового не было. Молодец, Габи выбил аут. Конец! Защитники бросают. Матвей ушел оттуда, еще чуть глубже сделай! Вот тело уйди от бровки пошире, чтобы больше пространства было. В игрока! В игрока! Антон, это не в игрока, Антон. Мельченко. Наш аут. Просто в Севу бросил, он мяч принял и все. Водей, Сев, водей перед собой. Да, вот так. Тима. Здорово, Тимофей! И главное, не стал падать! Вот что значит игра по-честному. Тимофей. Можно ударить, можно ударить. Да ударь же ты, ну ударь, то тебе что же ты заработал на гол? Заработал. Или пас тогда точнее, да, и как минимум заработал уже голевой пас. Габи. Габи жестко, Габи жестко, помягче. Отлично. Отлично. Ванечка еще бьет. Прямо в защитник. Перекладина! Катасонов сегодня в ударе со своими ударами.
кто-то еще. Кто-то еще может быть. Ай, Тимочка. Тима, обработай как следует и все. Выход один в один. Потеря. Щиток потерял вратарь. Гетрики сползают. Хорошо, Илья. Называется прессинг. Да, Илюха. Да. Ой, вратарь опять спасает. Ай, вратарь, молодец. Какой-то немыслимый у него там треугольник, шпагат треугольный. И в ближнем углу выбивает мяч опорной ногой. Молодец. Вратарь выручает. Дайте ноги, говорит, поцелую твои. А, нет, он ему помогает натянуть гетры. Все понятно. Вот. Почищает. Почищает вратарь за ошибки, огрешности защиты. Ой, слабо. Ой, Тимофей. Ой, Амельченко слабо. Жумакеев. А, вот авангард. Парфенов. Ай, там никого. Но все-таки мяч у Полежарова. Хорош первый пас. Ой, как здорово по второй был бы, если бы еще оказался он последним. Но голевым. Жаль. Выбивают из-под ноги у Амельченко мяч. И Ткаченко Влад бежит подавать, вводить мяч из аута. Амельченко. Жумакеев. Хорошо, Даня. И Катасонова уже не пускают. Двое уже на него выходят. Мяч до этого уже вышел. Мяч уже вышел до этого. Да, судья молодец, правильно забрал. Там тропинка справа будет от стадиона. Хорош, Ванечка, но зачем полез под удобную ногу для него? Под опорно надо было к нему лезть, он ничего с ней не сделает. Хорош, Габи! Догнал, умница, молодец. Так, Жарков и Мирон уходят. Миша Жарков и Полежаров уходит, Мирон. Вернулись у нас кантонистов. И кто тут еще у нас отсутствовал? Сейчас разберемся. Вот как раз, Богдан, тебе надо, да, улучшать позиции голядорские. В домик. И еще разочек. Нет, Вань, это не то, да. Тренер похвалил. Хороший пас, не ждут просто. Но если они стоят, то и давать туда не стоило. Это лично мое мнение, и я не претендую. Ой, здорово, Габи! На истину в первом... Кто здесь? В первой инстанции я не претендую. Катасонов. Выскочил здорово сейчас Ткаченко. Амельченко под себя убирает мяч. Ой, какую выдал! Какую шоколадку в дальний угол попасть!
И попадает Парфенов Илья. Попадает Парфенов Илья и благодарит за пас. Благодарит за пас Амельченко. Вот он идет к нему. Спасибо тебе, говорит он. Фу. Здорово. 6-0. 6-0. За 6 минут до окончания игры. Ну, сколько вратарю выручать? Выручает. Не все же ему вытаскивать-то, он тоже немногожильный. Парфенов уходит. В игру вошел. Вернулся. Жарков Миша. Три минуты до окончания. А, подождите, что я перепутал? Пять минут. Да. Больно быстрое время. Почему-то я отмерил. И угловой. Свистка нету. Правильно, все правильно делает Жарков. Не было свистка, значит, можно играть. Молодец, Мишка, все правильно, так и надо. Игра до свистка. Тренеры вложили это в ваш до мозга костей. Вы так и действуете. Не было свистка, все, играем. Тем более позиция игровая там была лучше, чем сейчас угловой. Так, угловой. Гави. Штрафной. Катасонов будет делать. Смотрите, сейчас будет, как я это называю, эскалатор. Первый сошел с эскалатора, второй сошел. Третий сойдет, а четвертый ударит. Может быть и пятый, если их будет пятеро у мяча. Главное понять, кто последний будет бить. Скорее всего, это будет Богдан Кантонистов. И вот они решают, кто бежит первый, кто и бежит второй. Так, бежит первый Богдан. Нет! Перемудрили, ребята, перемудрили. Вы стояли очень близко к мячу, и это не, в это сложно поверить, что кто-то из вас будет бить. Сразу было видно, что у Амельченко позиция для удара. А вы стояли так, как будто на плохой репетиции. Амельченко. Жарков выбивает. Ой, выдумываем, рукой сыграл сейчас. Рукой неоправданно, неподготовленно сыграл сейчас Ткаченко. Гомберг, Саша, ставь стеночку. Не надо нам под конец игры портить статистику. 6-0, прекрасный счет. Мне, конечно, нравится 7-0. Это любимая цифра моей супруги. И вообще говорят, что цифра 7, она какая-то магически полезная, пользительная, очень пользительная. Ребятки, и не давайте на добивании быть первому игроку авангарда. Габи борется со своим оппонентом. Да. Не случился удар как следует у соперников. Но, может быть,
не отрабатывали они его настолько продуктивно и плодотворно, как это делаем мы, пусть и не плодотворно и не продуктивно. Хорошо, 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 Богдан. Сегодня очень хочет забить. Наш аут. Наш аут. Взорвала Габи. Ой, что творит? Ах ты, лужа помешала. А, разрядил здорово, Ваня. Ткаченко. Кантасонов. Ой, Кантонистов. Вечно это все. Габи. Хорош, Габи. Хорош, Габи. Время вышло, я прошу прощения. И свисток сейчас будет тут же сразу, смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. А что судья ждет, я не знаю. 7-0, красивый счет. Все, дорогие мои друзья, мои поздравления. Молодцы. На табло 4-0, две шестерки. Мои поздравления. 6-0 победа. До новых встреч.